Всем доброго времени суток, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами какими подарками на Новый год, какие мы получили. Тут мы с мужем, дочка тоже от подружек. И вот, как вы видите, уже тут новогодняя такая у нас заставочка. И еще вам покажу вот эту гирлянду снежинки, я вам не показала. Ну вот, как она смотрится. Давайте я сейчас здесь устала, отключу свет. В общем, вот такая красота получается. На батарейках она. Вот в магазине светофор у нас покупала. Очень вообще нам она нравится, необычная такая, детям понравилась. Но потом я еще сниму завтра, наверное, как комнаты украшены у нас гирляндами. И хочу снять еще, вот не получилось, когда мы на Новый год к родителям ездили на такси, запотевшие стекла были. Как город, все окна у всех освещаются, конечно, очень красиво. Ну и уже сразу, конечно, всех вас поздравляю с наступившим новым 2022 годом. Пусть он будет у вас добрым, здоровым, счастливым. Пусть будет только хорошее у вас у всех в наступившем новом году. Ну, давайте приступим. Поделюсь с вами нашими подарочками, чтобы уже что-то взять и использовать. Брать, и дочка ждет. Первый вот показываю. Вот такой подарочек дочка получила. Здесь блокнот, ручка. Такая вот прикольная. И такие вот ластики. Вообще очень интересный наборчик. Красивый. Так. Сегодня я Пятерочку. Ну, там бегала, продуктовые какие покупки были. И увидела, что... Уже поздно увидела распродажи вот на вот эти новогодние атрибуты. Осталось там три вот этих веточки с хлопком. Вот с этой, как не знаю, ранетки, вишни, как мы называем. Ранетки они у нас называются. В общем, вот такая красота. 39 рублей стоила. Вот, взяла я одну. И стала. Там их три было, я взяла только одну. Вот, поставить вазочку. Будет красиво. Так, давайте дальше. Также в Пятерочке сегодня, ну, такая она как бы не совсем новогодняя, не такое бытовое средство, но с очень большой скидкой. Я увидела от Домастос вот эти вот блоки. 79 рублей всего стоило. Так он что-то около 200 рублей стоит. Я не знаю, вот ультра блеск, голд, пауэр 5. Я такие у нас не видела. Может, не обращала внимания. Сейчас просто у нас новая сантехника. Мы наконец-то сменили унитаз, раковину. Все в одном таком темно-зеленом цвете у нас. Но это и выручает, потому что у нас очень часто ржавая вода идет, так как проблемы с водопроводом бывают. И вот как опять у нас было накануне Нового года. И поэтому это хотя бы не так заметно, как на белом. Просто я устала с нашей водой. И белый унитаз. Ну и еще, как вы знаете, люблю зеленый цвет. В общем, вот взяла вот такие вот блоки. Кто пользовался, напишите. Но я думаю, Доместос будет хорошая вещь. Нет, не должны быть плохими, извиняюсь, без спецэффектов никак. Так, еще что вот было. Мы вчера, да, в Магните, в гипермаркете в большом там закупали, заказывали новогодний набор. Они готовят, второй год уже мы берем готовые, как бы там салаты, все, всякие рулеты. Ну, мужу в прошлый раз понравилось, потому что я работала 31 декабря, этот раз тоже решил купить, только уже на 8 персон взяли. Отлично, все очень вкусно. До сих пор доесть не можем. И вот там возле кассы стоял стенд с ливраной. Я уже просто давно не была в этом гипермаркете. И была удивлена, что появилась эта косметика и достаточно доступные цены. Я вот выбрала гель для душа, шиповник и магнолия. Что-то он менее 200 рублей стоил. Здесь 250 миллилитров. 100 с чем-то, 139 или 140. Может, 169. Вот так. Не больше 170. Интересный. Но все там зафольгировано. Поэтому не можем мы посмотреть. Запах, как говорится, понюхать. И не хочу я вскрывать, пока уходят запасы. И вот мицеллярная вода. Ромашка, зеленый чай. От Леврана у меня еще вообще не было продукции. Веганская. Линейка, как вы видите, тоже 250 миллилитров. Очень мне хочется. Вот у меня как раз мицеллярная водичка скоро закончится. От я самой. Вот, надеюсь. Экстракт зеленого чая, экстракт клевера. Вот напишите, кто уже пользовался.
Там еще много и крема есть, и бальзамы ополаскиватели, и шампуни. Вот хочется потом со временем все прикупить постепенно и использовать. Так, далее покажу вот такой вот замечательный набор. Мне подарили сын с мужем. Заказали от Avon Black Dress. Здесь очень в таком красивом оформлении. У нас тут идет, так, маленький муж тут уже поставил, вот такой лосьон для тела. В составе этого наборчика дезодорант и туалетная водичка. Вот, очень люблю я этот аромат. Вообще, когда только пользоваться начинала, заниматься Avon, помню, его сразу все заказывала, поэтому ностальгия такая. Спасибо им огромное. Я очень люблю этот аромат, очень по нему соскучилась, у меня его очень давно не было. Так, здесь у нас идет современный классический аромат с яркими фруктовыми, элегантными цветочными нотами, дополненными роскошными древесными оттенками. Вот. Объем у нас тут что-то не на 50 миллилитров. Вот такой наборчик. Ну, дезодорант я уже не буду доставать. В общем, вот. Так. Давайте попробую поставить, как муж. Тут уже запах идет, потому что водичку муж открывал. Как бы, ой. Тут не открыть. Открыла уже. То у меня лосьончик выдавится. Так, пока уберу. В общем, вот. Такой шикарный набор. Мне сын с мужем подарили. Мы мужу с сыном купили от Антонио Бандерас вот такой вот парфюмчик 50 миллилитров. Магнит косметик я у нас покупала. У нас больше никаких здесь магазинов нет. Вручает Магнит косметик. Я тестировала там несколько от Антонио Бандерас. И вот когда мне уже сама продавец-консультант подошла, увидела, что выбираем, там народ был, и предложила вот этот, и все, я вот его сразу сказала, все, больше мне другие не нужно. Он восточный, было написано, ну, шикарный, он и восточный, я вот описывать не умею, мне уже тоже понравился, и сладкий, мускусный какой-то, самое главное сладкий, и в то же время мужские нотки есть, вообще шикарный, не знаю, здесь, наверное, не описывается он, да, нот никаких нет, там на самом ценнике было написано, что это восточный аромат, и поэтому я его сразу и прикупила. Ну, очень мне он понравился вообще. И сыну. Так что, наверное, на 23 февраля мы сыну такой купим. Так, дальше давайте покажу, что подарили дочери еще и подружке. Вот такой вот наборчик. Так, это у нас подарочный набор. Биокрем для рук питательный. Масло шин. Это от Люры идут. Вот они меняются. Но мне кажется, здесь уже новые. Вот я такие не видела. Масло шили, просто дизайн другой. Депантенол, да, просто дизайн. Такой вот красивый. Такого у меня нет. В общем, вот такой наборчик был. Так, поставлю, вот он падает. Далее. Тут и сладости будут. А, вот еще вы видите кулечек. Это мои родители, бабушка с дедушкой. Даже Игорю с Катей тоже такие кулечки покупали. Вот это Катин. Я вам снимаю, у Игоря такой же. Тоже им сделали. Так, далее вот такие вкусняшки дочери подружки подарили. Это у нас идет как зефир, наверное, со вкусами торта Red Velvet и чизкейка. Так, давайте перевернем. Здесь 210 грамм. Да, зефир ассорти, как макарунчики. Вот. Ну, думаю, будет вкусно. Вот дочка хочет уже все это попробовать. Поэтому я снимаю, чтобы уже ей это все отдать. Так, далее вот такого тигреночка ей подарили. Пусть он тут у нас сидит рядом с елочкой и с домиком. Затем вот такую вот еще ручку с Дедушкой Морозом прикольную. Так что у нее вот такая ручка интересная есть. И теперь еще Дедушка Мороз. Так, далее шоколад Милка. Ну, как обычно, как без вкусняшек в Новый год. Так, далее. Вот такие вот прикольные носочки. Красивые, со снеговичками. Вообще, прелесть. Вот. Дальше. Такие вот патчи.
для глаз. Вообще первый раз таки вижу корейские. Я вот что-то еще не видела. Затем еще вкусняшку нахожу от Mix Bar. Вот эти вот мишки тут или что, зверюшки, слоники, да, звери. Так, дальше. Вот такую вот маску ей подарили. Панда. Так, ну-ка давайте перевернем. Я такой тоже не видела. Ух ты, она даже на русском нету. Производитель Кореи, наверное. Что-то даже не написано, где изготовлено. Ну, наверное, корейская. Какая-то интересная маска. А, вот она будет вот такой формы прикольной. Ну, дочка сказала, ее мне отдаст. Она как-то тканевыми масками. Вот, патчи ей нравится. А такими она не пользуется. Поэтому она ее отдаст мне. Потом протестирую, вам скажу. Также вот ей нарисовала подруга. Вот такой вот рисунок. Красивый. Так, далее. Что я тут еще нахожу? Вот такая прикольная коробочка. Мечты сбываются. И смотрите, что здесь внутри. Вот это, как понимаем, как пряник. Торт или пряник большой, шоколадный. Ну, она со своим другом это скушает. Он у нее сладкоежка. С ним парнем. Да, вот такой большой. Потом скажут, что это. Ну, я так думаю, это какой-то пряник. Вот такие вкусняшки даже. Игрушки ей нашли. Даже никаких. Может быть, отклеили что-то. Но нету никаких. Может, где-то в кулинарии изготавливают у нас. Пооткрывали кофейни разные тут. Поэтому, может быть, и там. Так. И вот еще сладость от Toffifee. Вот такая вкусняшка. Лесной орех в мягкой карамели. Вот такой с Дедушкой Морозом. Посмотрите, какая красота. Супер. Так, вот. Давайте сейчас тут разложу. И еще будет, что мне подарила сестренка. Так, ну давайте продолжим. В общем, сестренка мне подарила вот такую красоту. Очень приятно, когда самые близкие люди ценят и понимают то, что ты любишь, твои увлечения, и поддерживают тебя в этом. Как говорится, им не смешно, а наоборот поддерживают и дарят тебе такие подарочки. Вот, как видите, сестренка подарила мне кусковое мыло и красивое полотенчико. Вот екатеринбургского жирового комбината у меня вот этих кусочков нет от формулы чистоты. Бодрящая облепиха. Затем ароматная земляника. Нет у меня вот этих кусочков. И вот такое вот банное. Банное у меня было, я папе дарила, или даже мы воспользовались с экстрактами эвкалипта, да, я папе отдавала. Вот такие мыльца Аленушка у меня есть в запасиках, но, как пишут девочки, многие ее вообще найти не могут, но у нас она есть и воспроизводится, как видите, свежая дата. Поэтому, ну, то, что мы рядом с Екатеринбургом, недалеко от Екатеринбурга, как бы Челябинская область тоже, это Урал. Поэтому, может быть, у нас без проблем они лежат во всех магазинах, таких частных, конечно, не в сетевых. И вот легко найти. Ну, вот сестренка, она это делала заказ на Валберис. Она прям в упаковках Валберис. Мне вот этот набор, вот это все набором мешало. Вот это один набор был, а вот это другой, второй. И от Деликер. Вот такие кусочки. Спасибо огромное. Вообще, я... У нас просто нет такого мыла, только заказывать. И вот сестренка мне подарила аромат пиона и бергамота. Тоже они у меня вот эти есть, но это можно будет теперь в использование взять. И будет еще на запасике лежать. Потому что у меня по одному кусочку вот этих есть. И аромат малины и лепестков роз. Вот, вообще прям от них пахнет. Особенно вот от этого кусочка аромат стоит. Сразу прям вот как мыло я положила. Шикарный аромат. Так, ну и вот такое вот красивое полотенчико на кухню. Это всегда нужная вещь. Вот такая красота. Полотенчики застираются. Просто приятное такое. Очень красивое. Так что спасибо моей сестренке. Вообще подарки супер в этом году у нас были. Друг другу мы много подарков сделали.
в семье особенно, и детям мы, и детки нам. Вот. Дочь, что мне подарила, я вам уже в предыдущем видео показывала. Как-то не думала, что будет так много подарков. Наверное, надо было отложить и не показывать. Ну, ничего. Ну, и вот подружки еще, дочери. Вот в таком пакетике новогоднем, красивом. Все, подарки были сложены. В общем, вот, все, я с вами поделилась. Думаю, что вам было интересно. Вы как бы тоже разделите с нами эту радость вот от новиночек покупок Леврана. Вот. Ну и новогодние такие подарки, которые просто правда радуют, как сказка. Новый год для всех. Всем еще раз спасибо за внимание. Всех еще раз поздравляю с наступившим Новым годом. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Буду очень рада новым друзьям. Ставьте лайк. Мне это будет очень приятно, что данное видео было вам интересно и понравилось. Обязательно пишите ваши комментарии. Также мне очень интересно их читать. Ваши отзывы, приятные слова. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео на моем канале. Всем всего доброго. До новых встреч. Замечательного вам настроения, замечательного отдыха на этих новогодних каникулах. Всем пока-пока.